Всем привет! Пришла очередная посылка, на этот раз не из Китая, а из Латвии. Заказывал на eBay. Вскрываем. Видимых повреждений вроде бы нет. Вот здесь с одной стороны приплюснуто. Но думаю, что до прибора эта помятость не дошла. Так, ну вот как раз легла на эту упаковку эта вмятина. Нано-стейшн. Нано-стейшн М2. Для тех, кто не знает, скажу, что это мощная антенна Wi-Fi. Вот такая штучка. Она используется для организации точек доступа, может быть, провайдерами в городе или какие-нибудь в гостиницах, в кафе. Организация точек доступа. Она же и читает сигнал. Дальность ее, как пишут в документации, до 15 километров. До 15 километров. Мне она понадобилась, потому что предстоит путешествие вне цивилизации, так скажем, не в гостиницах, не в населенных пунктах, а мне нужен доступ. Так что я буду пытаться при помощи этой штучки, как показано в интернете, отлавливать какие-нибудь шаровые точки доступа. Главное подключение LAN кабелем. Вторичное. В комплекте антенна, блок питания. Запитывается, как я понял, эта штука по LAN кабелю. Но напряжение нужно будет. У меня солнечные батареи, так что я не обделен электричеством в пути. С аккумулятора инвектор. Даже можно с автомобиля подпитываться. Вовремя главное подзаряжать, если просядет. Ну, в общем, и еще два хомутика вешать на опору, стойку. Так, что по срокам? Посылка из Латвии в Молдову шла 8 дней. 15 апреля заказал, сегодня 23 апреля 2015 года, 8 дней. Стоимость этой антенны $85, и я заплатил за как бы ускоренную доставку, потому что неизвестно, когда я сорвусь, $31. Итого мне она обошлась 116. Если не платить ускоренную, там долларов на 10 можно дешевле. Будет около $100 такая штука сейчас стоит на апрель 2015 года. Вот вроде бы и все. Разбираться уже буду с ней без видео. Если что-то получится, уже доприклею к этому видео. Ну, в общем, подключил я антенну. Просто ее бросил во двор. Теперь заходим по адресу.
обычном браузере. 192.168.1.20. Это по умолчанию IP-адрес этой антенны. Просит пароль по умолчанию UBNT. Пароль тот же. Вот мы зашли в настройки. Антенна пустила в свой административный интерфейс. Видно, уже пошла какая-то связь. Заходим в вкладку Wireless. Кнопочка Select, выбор, какие сейчас доступны сети. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сетей она увидела, просто валяясь во дворе. Я не поднимал на штангу. И мы видим, что 3 из них не запаролены. Вот эти нижние, они с паролем. 3 сетки не запаролены. Берем какой-нибудь, вот чей-то TP-Link какой-то есть. Выбираем. Select. Как настраивать все вкладки, я показывать не буду. Это есть подробно в интернете, специалисты объясняют. В общем, прибор работает. Надеюсь, что он мне в путешествиях поможет коннектиться рядом с какими-то городами. Проживаю в палатке в Крыму на Айпетре. На Ялту буду направлять, путешествуя. Надеюсь, буду иметь доступ в интернет. Всем спасибо за просмотр. Пока.